Обязательно спинку держим ровно, улыбаемся, да, и полностью смотрим. Важное напутствие наставника, легкое волнение, приятная суета. До концерта, приуроченного к Дню матери, остаются считанные мгновения. Впереди долгожданная сцена, момент, к которому ребята так долго и упорно готовились. Ведь сегодня в зрительном зале Дома культуры Петровская самые близкие и родные – мамы. Я буду сегодня танцевать с мыслями о маме. Для нее буду танцевать. Жду особенно ее аплодисменты мамы моей. Открылся праздник выступлением ансамбля «Звездочки», а после, со словами благодарности в адрес всех мам, поднялись почетные гости. Сколько бы нам ни было лет, мы всегда нуждаемся в маме. Мы всегда хотим к маме, потому что мама – это лучший друг. Мама любит, мама все простит, правда? Мама – это самый искренний человек на свете. И мне хочется сегодня присутствующим мамам сказать: берегите себя, вы нужны очень своим детям. Юные артисты преподнесли своим мамам настоящий букет подарков. Зажигательные танцевальные номера, трогательные стихи, лирические песни. Слово «спасибо», пожалуй, было главным на этом празднике. Оно читалось в глазах зрителей, чувствовалось в каждом движении ребят. И пусть их танцевальные па еще, может, не отточены до совершенства, коллективы, как и сами артисты, совсем молодые, но неподдельная детская любовь и искренность никого не оставила равнодушным. Гостями торжества стали, конечно же, и многодетные семьи, а таких в городском поселении Горки Ленинские хватает. Вот и Оксана Онешкова считает материнство главным подарком судьбы. Нет, не тяжело, совсем не тяжело, просто нужно любить детей, хотеть детей, воспитывать их, и они будут нам приносить радость. К слову, среди пришедших было не только много мам, но и пап. Мать – это самое главное, это ценное. Она нам дала жизнь, подарила. Позвоните в День матери обязательно? Обязательно, обязательно. Позвоним, поздравим. Да не только матери, бабушки обязательно. Впрочем, говорить теплые слова своим мамам можно не только в праздник, но и каждый день. Ведь это так просто, а главное – приятно. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.